я от бабушки ушел! А я от дедушки ушел! Старая сказка на современный лад. Следствие ведет Колобок и другие хлебобулочные изделия. В этой постановке Артем сыграл главную роль. На сцене очень волновался. Его старания оказались не напрасными. Театральная студия победила на фестивале-конкурсе в Орле. Мне здесь нравится, потому что до театральной студии я был очень замкнутым довольно. Не любил общаться довольно. Ну а так, занятия у нас проходят, мы репетируем сценку. Когда Татьяна переехала из Брянска в Кубинку, театральной студии здесь не было. Быстро обросла знакомствами, нашла подходящее помещение. На первое занятие по актерскому мастерству пришли 7 человек. Я люблю это и хочу, чтобы дети тоже любили выступать на сцене. Потому что когда мы выступаем, мы растем. Приобретаем опыт. Мы выступаем и в Кубинке, и в Захарово нас постоянно приглашают на праздник Пушкина, на Масленицу. В Одинцово мы выступали. Сейчас азы театрального искусства постигают две группы – старшая и младшая. Мария ходит в студию 4 раза в неделю, занимается сценической речью и актерским мастерством. И еще репетирует новую постановку. Кто знает, может, она тоже принесет очередную победу на конкурсе. Похищение ребенка и котлетовымогательство. Как это могло произойти? Шеф, у меня есть версия. Мне очень понравился конкурс, потому что было как-то атмосферно, как-то уютно, и мы все как-то были очень довольны и, хорошо выступили. Еще одна награда в копилке, но ребята не останавливаются на достигнутом. Сейчас у юных талантов вовсю идет подготовка к Новому году. Выступлений будет много. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».